Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали декларацию между Казахстаном и Россией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Лидеры двух стран определили контуры дальнейшего укрепления двустороннего партнерства. Приоритетной задачей остается наращивание экономических связей в промышленности и транспортно-логистической сфере. Объем торговли между нашими странами, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, достиг 24,5 миллиардов долларов. Очень большие планы в отношении присутствия российского капитала в нашей стране. Я как глава государства и мое правительство будет делать все возможное для обеспечения этого присутствия на постоянной основе, естественно, с точки зрения взаимовыгодности. В свою очередь Владимир Путин поблагодарил главу государства за визит в Россию. Он также отметил высокий уровень казахстанско-российских связей и особый характер отношений между странами. Мы сейчас поучаствовали в форуме регионов, который проводится регулярно. Уверен, что и там коллеги добьются существенных конкретных результатов, потому что значительный объем товарооборота идет как раз по приграничным территориям между собой. Люди общаются, лучше даже знают ситуацию, чем из центра, о возможностях, ситуацию о возможностях друг друга. Мы сейчас отметили рост товарооборота в 2021 году, в 2022 году он тоже растет уверенно.